Они превратились не в богов, а в пустоты. В невидимых монстров, безжалостных, опасных, в убийц. Помнишь, я сказала, они вторгались в петли? Посмотри. Бэрон обнаружил, что, питаясь глазами странных людей, особенно детей, он начал меняться. Чем больше он ел, тем больше становился похож на человека. Бон аппетит! Это была привилегия Бэрона и его близких друзей. Другие остались пустотами. Значит ли это, что Бэрон съел глаза моего... Ему больше не нужно, но он мог натравить пустоту на твоего деда. Да. После первых набегов на петли мы стали лучше прятаться. Переезжали, скрывали свое местоположение. С годами пустоты жаждали больше крови. А Бэрон дружков в нужде не оставит.